Для депутата Московской областной думы Владимира Жука встречи с жителями Ленинского района не только приятны, но и полезны в работе. Задачи депутатов обозначил Владимир Путин – слышать каждого жителя. О проблемах и каждодневных заботах людей депутат знает, как никто другой. Ведь встречи с ними Владимир Жук проводит регулярно. И долг вот за комнату, что я уже платила, не было сил. В 2010 году пошла в ЖЭК. Попросила их сделать нам раздельные счета, но не могу я одна платить за всех. Эта проблема, касающаяся квартирного вопроса, сегодня на приеме скорее исключение, потому что, по словам депутата, в летнее время граждане идут в основном с другими вопросами. Сейчас лето, погода хорошая, поэтому в основном вопросы связаны как раз вот с работами на открытой территории, скажем так. То есть благоустройство, дороги, мусор, экология, грязные речки. И так далее, и тому подобное. Вот эти вопросы выходят на первый план. Наталья Калинина пришла отстаивать экологическую безопасность села Расторгуево. Проблема утилизации отходов – одна из самых острых во всех регионах страны. Мало того, что они завалили два родника и ручей, они к тому же испортили нам вот эту зеленую зону, за которой мы следим уже больше 30 лет. Юлия Федотова, мама пятерых детей, представляет интересы общества многодетных семей Ленинского района. Основной вопрос, с которым она пришла, земельный. Но есть и другие. В больших семьях забот много. Есть вопросы, в том числе по жилью, по выдаче земли многодетным, а также льготного проезда, льготных кружков, ну и многое другое. Вот изложили в письме и, надеемся, Владимир Петрович нам поможет. Обратиться за помощью вправе любой житель Ленинского района. Для удобства записаться на прием можно предварительно по телефону в будни с 10 до 13 часов. Илья Кремнев, Ольга Садовская, Видное ТВ.